Итак, ход номер 9. Первым игроком у нас становится Жаклин. Жаклин, чтобы добраться до магазина, нужно 1, 2, 3 пункта движения. Так что давайте-ка увеличим показатель ее изворотливости. 3 пункта движения. И теперь давайте бросим 2 кости, чтобы убежать от служителя Глаки. Так, мы не убежали. Так, сколько же мы получаем урона? А урона мы получаем 3 единицы. Соответственно, Жаклин оказывается в больнице. Вот. Жаклин теперь у нас в больнице. Да, восстанавливает до максимума свое здоровье и вытягивает еще одну карту травмы. И это минус 1 к воле. Ну, то же самое, как и как и сломанная рука, только по отношению к воле. Тентед. Преследуемый, что ли, по-моему. Так, а Мария у нас постарается добраться до лечебницы. У нее 4-я скорость. Давайте посмотрим, хватит ли этого. Выходит на улицу. Раз. Поднимается в центр. Да, хватает. Теперь она в лечебнице. Здесь она платит 2 доллара. И восстанавливает свой рассудок до максимума. Ну, и сразу же переходим к фазе мифа. Так, холм волшебника. Это наплыв. Будем вытягивать по монстру для каждого портала. Так. Охотящийся ужас. Далее. Мига. Так, летающий полип. И шогот. Вы можете... А, хотя нет. Шогот идет у нас... А, нет, и не только шогот. Шогот и мига идут у нас на окраину. Так как, смотрите. У нас один монстр в небе. А, нет. Так, не мига. Мы его вторым поставили, а летающий полип. Так, смотрите. У нас один монстр в небе. Второй монстр на локации, третий, четвертый монстр на локации, еще один на улице. И в счет лимита монстров не идут служители Глаки, потому что они отродье. И также в счет лимита монстров не идут монстры, которые находятся в Данвич. Так, и что же дальше? Читаем. Так, передвигаются плюсики и полумесяцы. Так. Полумесяцы у нас передвигаются по белым стрелочкам. Так, белая-белая стрелочка, куда же она тебя ведет? И ведет тебя на улице центральной части города. А тебя куда ведет белая стрелочка? А тебя она ведет наверх, на улицу университета Мискатоника. Так, а тебя она просто вводит на улицу. Далее... Прекрасный день для отдыха. Все сыщики получают 1 единицу здоровья. Жаклин ничего не получает. А вот Мари получает 1 единицу здоровья. Так. А, да. И давайте-ка бросим кость, чтобы узнать, если наш древний получит жетон. Четверка не получает. Вот и славненько. Так. И на этом 9-й ход заканчивается.